Now, would you want him to go and fish? Oi! Film it! Film it! On! Здесь не только ты есть. Каждому своя очередь. Нет, что это значит? Ну-ка, иди сюда, красавица. Давай-ка. Делаем паузу и начинаем с того же места. Малыш. Да, не гигант, но подсачек все-таки пригодится. Давай. Подожди. Подожди немного. А неплохо получается. Молодец, Даниэль. Маленький зеркальный. Да, симпатичный зеркальный малыш. Готово. Блестяще. Покапу. Не с пустыми руками. Сейчас мы тебя вернем. Наконец-то Джерому удалось вывести рыбу из водорослей. Теперь ее надо подвести к берегу. Он стягивает леску и уходит вглубь. Кажется, будет красивый трофей. Я тоже так думаю. Красивая рыба. Можно заключать пари на параметры. Больше 15 килограммов. Надо же. Огромная. Да, согласен. Это может продолжаться дольше часа. Это опасно. Оставим расстояние. Он уходит на дно. Делать нечего. Джером сражается. До конца. Подходит? Слышно по леске. Да. Мне взять подсачек? Будь добр. Больше 15 килограммов. Молодец, Джером, молодец. Спасибо, спасибо. Подожди, подожди. Сейчас. Спасибо. Большой зверь. Удивительно. Надо же поймать такого на фидер. Для фидера это очень крупная рыба. Она заслуживает того, чтобы вернуться обратно. Только один кадр. Да, Джером, я потрясен. Надо же. Это просто здорово. Такое, да на фидер. У меня останутся богатые воспоминания. Спасибо, Даниэль. Ну, давай. Как сладок вкус свободы.
Вам... До свидания, мой друг. Производство русской версии SDI Media по заказу телекомпании Stream. Стрелять гусей в заснеженных полях. Давай, 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 налево заворачивайте. Защищать от волков стада оленей. В прошлом году эти хищники оставили оленье стадо местной общины практически без оленя. Таскать из проруби ленка и хариуса. Вот он, речной хариус, он такой черный бывает. Наслаждаться красотой бескрайнего севера. Охотиться. И рыбачить. Опса! По Якутии с Александром Борисовым на телеканале «Охота и рыбалка». Эрнест Хемингуэй, знаменитый писатель. Родился в Америке. Долгое время жил на Кубе, бывал в Африке и Европе. Хемингуэй, скорее всего, не ловил рыбу в Норвегии, в Турции и на островах Зеленого мыса. Мы представим, как выглядела бы там рыбалка вместе с великим писателем. И приглашаем присоединиться к нашему путешествию. Все события и места пребывания реальны, а совпадение с текстом писателя – случайны. Хемингуэй был заядлый рыбак. Но не каждый рыбак – Хемингуэй. В 1999 году, к столетнему юбилею Эрнеста Хемингуэя, знаменитый британский актер Майкл Пелин решил повторить маршруты всех его путешествий. В результате на свет появилась книга «По следам Хемингуэя». Уже более 15 лет прошло с тех пор, а круг любителей экстремальных приключений и трофейной рыбалки в различных уголках земного шара неуклонно растет. Многие отправляются в удивительные по своему содержанию поездки, участвуют в международных турнирах, ловят рекордные экземпляры экзотических для России рыб. И все это потому, что каждый из них в душе романтик. По
по следам Хемингуэя – это проект, объединивший экспертов по рыбной ловле, практикующих свое увлечение в разных уголках земного шара. И хотя сегодня мы оказались в Москве,